В прямом эфире студия «Репортер» с Константином Гречаным. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о резонансном законе об образовании. Вчера его Петр Порошенко подписал. Це одна із найголовніших реформ, бо від жодної іншої реформи майбутнє країни не залежить так, як від освітньої. Такую оценку президент України дав вот данному законопроекту, который со вчерашнего дня уже стал законом. И об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. К нам сегодня пришли Петр Волков, председатель правления Гагаузского национально-культурного общества «Берлик». Добрый вечер. Добрый вечер. И Валентин Федоров, помощник народного депутата Украины Сергея Кивалова. Здравствуйте, Валентин. Также к нам по ходу эфира присоединится третья гостья, ну мы ее представим, собственно, по ходу эфира. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, звоните по номеру 34 92 58, 34 92 58. Также вы можете принять участие в нашем интерактиве. Сегодня мы у наших телезрителей спрашиваем, ущемляет ли данный закон права национальных меньшинств. Если вы считаете, что ущемляет, звоните по номеру 784-80-81. Если считаете, что не ущемляет, по номеру 784-80-82. Валентин, давайте начнем с вас. Уже ряд вот государств, в частности Румыния, Венгрия особенно, вот идет в авангарде вот таких протестных настроений против этого закона. Болгария, Греция решили обратиться в Совет Европы, в ОБСЕ, вот с тем, чтобы проверили, соответствует ли данный закон Европейской хартии о региональных языках, да, которую Украина ратифицировала, то есть вызвало негодование среди соседей вот данный закон. В то же время наш министр образования говорит, что он полностью соответствует, также инициировал проверку со стороны европейских институций и, в принципе, говорит, что никаких проблем быть не должно. Вот ваша позиция. Ущемляет ли данный закон права национальных меньшинств? Ну, вы понимаете, мы говорим о том, что мы инициируем вроде как проверку, да, в Совете Европы, но мы, не дождавшись этой проверки, подписывается этот закон, он уже фактически вступает в законную силу и начинает действовать. А вдруг сейчас будет решение о том, что он не соответствует? То есть какие будут тогда выводы сделаны и какие шаги мы предпринимаем? Ну, наверное, логично было бы изначально, да, то есть мы вот все здравомыслящие люди понимаем, что давайте мы получим сначала экспертизу этого закона, да, давайте будем считаться с мнениями наших ближайших соседей, а самое главное, даже не ближайших соседей, а тех народов, которые проживают на нашей территории. Да, только на территории Одесской области это почти 138 национальностей. И тогда после этого взвешенно будем принимать какие-то законы. Более того, вот, например, да, Сергей Васильевич Кивалов сразу выступил, скажем так, с оценкой этого закона и сказал, да, реформа нам необходима, образование, но это должна быть не сырая реформа, это должна быть продуманная, взвешенная реформа, где идет дискуссия общества, научного сообщества, экспертов, да, после того, как мы какое-то единое решение примем, мы можем принимать этот закон взвешенно, абсолютно правильно и так далее. Более того, мы должны четко, ну, понимать, на что направлен этот закон, к чему мы идем. Мы хотим идти к тому, чтобы наши дети получали достойное образование, стремились к лучшему, или мы ухудшаем их позицию. Получается, то, что сегодня прописано в законе, полностью ухудшает эту позицию. Более того, этот закон вошел в противоречие законам языковым, да, Кивалова-Колесниченко, как его называют, из Конституции Украины, где четко прописаны положения и права национальных меньшинств, где четко прописаны положения по языкам и так далее. И сегодня мы, получается, у нас есть два противоречивых закона, самое главное, один из которых ухудшает положение, в частности, национальных меньшинств. Я еще раз повторюсь, это почти 138 национальностей только в Одесской области. Более того, мы же говорим не только о русскоязычном населении, хотя в Одесской области его большинство. Мы говорим в целом и о болгарах, и о гагаузах, и о армянах, и так далее. Почему мне, например, запрещено давать возможность обучать своего ребенка на том языке, на котором он хочет учиться, или на котором я хочу, чтобы он учился? При этом мне никто не запрещает изучать и государственный язык, обязательно изучать государственный язык, но общее образование получать на том языке, на котором я считаю необходимым для своего ребенка. Ну, мы все заявляем о том, что мы стремимся в Евросоюз, при этом мы полностью нарушаем все позиции, на которых он основан. Но толерантность. Нарушение. В чем идет нарушение, собственно? Есть же, допустим, школы, национальные меньшинства за свой счет могут содержать, правильно, школы с языком обучения. Но вы же понимаете, что сегодня может уже... Может быть неограниченное количество факультативов. Возможно создавать даже в школах с обучением на украинском языке класс
классы и группы. А зачем это все? Зачем придумывать велосипед, когда он уже придуман? Вот зачем? Почему мы уходим от того, что у нас было? Русские классы. Вот посмотрите. Сергей Васильевич, кстати, тоже на своем эфире недавно сказал о том, что, вы понимаете, сегодня родители, которые отдавали своих детей там, в русские классы, поставлены перед фактом. То есть он мог, возможно, уехать куда-то или выбрать ту территорию проживания, где, например, его ребенок мог учиться на болгарском, румынском языке и так далее. Сегодня он уже отдал своего ребенка в школу, а его поставили перед, вы знаете, вы будете учиться только на этом языке. Но это же неправильно. Так не должно быть. У каждого человека должно быть право выбора. Вот взять, например, 12 лет назад уже придумано это, уже поставлен, это даже не эксперимент, был он внедрен в Национальном университете Одесской юридической академии. Уже 12 лет дети сами выбирают язык обучения, например, это английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, украинский, конечно. И никогда не возникало, все эти 12 лет, а уже 20 лет существует университет, ну 12 лет, да, внедрен этот опыт, никогда не возникало языковых проблем. Все общаются со всеми, все получают качественное образование, прекрасно знают государственный язык и при этом еще знают дополнительно несколько языков. Неужели это плохо? Неужели это ухудшает уровень образованности наших детей? Я думаю, что нет. И вы понимаете, если еще раз говорю, мы стремимся в европейское сообщество, так давайте прислушаемся к членам Евросоюза, да, к тем государствам, которые, ну, я не думаю, что желают нам плохого. Польша, Румыния, Болгария и так далее. Венгрия в том числе. Но почему мы не можем строить наши взаимоотношения на каком-то принципе, да, взаимного уважения, взаимных каких-то, вы знаете, ну, культурного обмена и так далее? Нет, мы какую-то занимаем жесткую позицию, причем эта позиция, ну, наверное, не совсем правильная. Я не говорю уже в целом уже о реформе образования. Вот Сергей Васильевич подал 20 поправок, слава богу, 7 прошло. Ну, ключевых, да, там, питание в детских школах и так далее. То есть ряд моментов в этом законе об образовании, о котором мы говорим, уже изначально ухудшал положение детей в школе. И сегодня мы будем вносить еще многочисленные поправки, потому что он в таком сыром виде, ну, эта реформа ни к чему хорошему не приведет. И какой будет вариант? Сегодня вот оппозиционный блок инициировать будет, я так понимаю, обращение в Конституционный суд на проверку конституционности этого закона. Еще один будет вариант, я думаю, что обращение в Европейский суд по правам человека. Ну, то есть мы изначально, знаете, создаем какую-то волну негатива, которого, может быть, если бы правильно было все взвешено, как говорит Сергей Васильевич, если бы все стороны сели за стол переговоров, обсудили, в том числе экспертное сообщество, сказало свое мнение, этих проблем бы, наверное, не возникало. Я думаю, что эти проблемы созданы искусственно. Для того, чтобы, ну, как обычно у нас делается, отвлечь от чего-то другого. Вот и все. Петр, по вашему мнению, вы вот представляете, да, определенный народ в рамках украинского государства, то есть вы не являетесь государственной нацией. Как вы считаете, это ущемляет ваши права, как вот часть украинского сообщества? Как говорят уйгурцы, я постараюсь сейчас ее перевести дословно на русский. Время покажет, так ли это или не так, но мы... Еще тот закон, который был предыдущий, до конца не освоили. Там много было вещей, которые мы не смогли сделать. И первое, что мы не смогли сделать, это учить на достойном уровне сам украинский язык. Этого государство могло бы добиться сразу и дать нам возможность, чтобы за эти 25 лет каждый, кто себя относит к национальным меньшинствам, в первую очередь выучил украинский, чтобы потом... на равных претендовать на госслужбу и на другие возможности. У меня в свое время, когда я учился, такой возможности не было. Мы ни предмет не учили, ни факультатива не имели, к сожалению. А почему вот так произошло? Почему так вот происходит? Я вам больше скажу, если говорить про нас, про вузов, у нас вообще своего языка до 1957 года не было, и письменности своей не было. Благодаря патриотам того времени... И закону в Молдове мы получили возможность вообще учить свой язык в 62-м году. К сожалению, это опять забыли об этом законе, и мы его опять потеряли. Может быть, по этому закону мы сегодня на лучшем таком состоянии получается, что крымские татары и гагаузов вроде бы как оставили, что они будут учить свой язык и в школах, и в детских садиках, чего ранее не было. Но я противник того, чтобы одним давали больше привилегий, а другим меньше. Мы опять делим, получается, на хороших и не очень хороших.
Ну да, то есть мы изначально опять ставим неравные положения тем или другим. Неужели, вот я прошу прощения, вас перебью, вот мы сегодня, у нас три человека, там, ну, я думаю, что украинец, гагаус и так далее, мы спокойно общаемся на русском языке, да? То есть это какой-то сложившийся язык межнациональный вообще, ничего плохого в этом нет. Я, например, в школе, слава богу, имел возможность изучать с первого класса украинский, русский, немецкий, английский язык. Я закончил 10 классов и, да, поступил в университет, я знал 4 языка. Причем вот язык рабочий мой, в большинстве своем. Я даже, у меня даже кандидатская диссертация написана на украинском языке. Я защищал ее на украинском языке. Все мои научные статьи 90% написаны на украинском языке. Но общаюсь я в быту, да, в семье и так далее, на русском. Но неужели это плохо? Мы же, наша нация украинская, почему уникальна? Вот почему? Потому что мы с рождения уже как минимум общаемся на двух языках. Мы уже сразу становимся двуязычными. Но неужели наш культурный уровень от этого страдает? Мы лучше, мы даже можем фору дать близлежащим народам, потому что мы уже изначально знаем два языка. А если человек гагауз, он знает три языка. Русский гагауз, четыре даже, как минимум. Но вот согласитесь, все-таки закон не касается же бытового общения. А вот многие люди, даже которые изучают украинский язык в школах, им достаточно трудно применять его потом в рабочей атмосфере, при получении высшего образования, когда действительно приходится очень много и вот узкоспециализированно общаться на украинском языке. А что мешает внедрять это параллельно? Что мешает просто изучать? Вот вы ходите в русский класс, но при этом вы изучаете русский язык, русскую литературу. Ведите это не один урок в день, два урока в день. Ну, как было у меня. Но у меня не возникла этой проблемы. Я, слава богу, грамотно пишу и разговариваю на русском, на украинском языке. У меня почему это? А сегодня вы посмотрите молодое поколение детей. Они на русском плохо пишут, то на украинском. В итоге мы их оставляем даже, вы знаете, не перед выбором, а сделаем наше население просто безграмотным. Ну нельзя что-то внедрять непродуманно, ну согласитесь ведь. Да, нельзя навязывать что-то. Мы можем, неужели мы не могли на протяжении 25 лет вызвать уважение к украинской культуре, к украинскому языку, ну не насаждением чего-то. Мы боремся с тоталитаризмом, с декоммунизацией у нас, да, сегодня. А к чему мы пришли, если мы делаем сегодня, применяем методы 30-х годов? Но в чем я вам с вами соглашусь, это то, что действительно у нас, в частности, и педагоги многие не владеют в совершенстве украинским языком для того, чтобы обучать детей. И вот отсюда действительно получается вот незнание, да, ни одного полноценного языка, ни другого. Да, то есть изначально, наверное, должна была идти вот то, в принципе, о чем говорил Петр. Подготовка, соответствующая сначала педагогов, да, а потом уже, в принципе, реформа. Ну, ломать не строить. А мы ничего не построили и все поломали. Ну, в итоге к чему мы можем прийти? Ну, наверное, ни к чему. Если взять еще одну инициативу, убрать почти 9 предметов и сделать 2. Ну, я не думаю, что это будет универсализация, да, нашего образования, это будет отупение нашего населения, а в частности детей. Ну, неужели плохо было изучать, пускай вы там не, ну, не суперсильные, да, в каком-то предмете, ну, химия, физика, математика, это все, что оно дает? Оно все дает возможность развивать всестороннюю личность, да, то есть я знаю все, я в той или иной сфере где-то подкован, что-то понимаю, да, потом, придя в университет, я выберу направление свое, да, развитие дальнейшее, но я ориентирован, я понимаю, все полушария мозга работают. А к чему мы придем? Человек и природа, да, и один преподаватель вместо 9. А куда мы остальных денем? Ну вот тут, да, самое больше всего вопросов возникает. То есть такой опыт, да, объединение дисциплин, но действительно больше всего вопросов вызывает, конечно, сокращение количества учителей, безработица, и не факт, что это приведет к серьезному вот, поднятию зарплат, да, на что сейчас больше всего жалуется. Почему в эту сферу не удается или редко удается заманить действительно квалифицированные кадры? А по педагогам посмотрите средний возраст сегодняшних педагогов. У нас слишком много идет, развитие, скажем так, омоложение педсостава. Но я думаю, что не очень. А сегодня мы еще не подготовив соответствующего специалиста, мы убираем эти дисциплины, что получается, неподготовленного человека даем возможность опять обучать наших детей. То есть он сам плохо знает и детям плохо даст. К чему мы в итоге придем? Получается, да, замкнутый круг. К нам присоединилась, как я обещал, Дора Костова, президент Всеукраинской ассамблеи болгар Украины. Приветствую вас в нашей студии. Скажите, вот мы сейчас как раз в разгаре обсуждения того закона, который вчера подписал Петр Порошенко, законе об образовании. Расскажите, вот по вашему мнению, ущемляет ли он права национальных меньшинств, в частности, вот болгарского национального меньшинства в Украине, которое вы представляете? Давайте я допредставлюсь. Я еще главный редактор газеты «Родин край». Есть такая газета в Украине.
не реклама, не в целях рекламы, а в целях того, что уже на протяжении 28 лет издается такая газета для национального меньшинства болгары. Я 24 года главный редактор. Естественно, все вопросы, касаемые языковые, проходят не просто через как нашу профессиональную задачу, а как стержень через все, что мы, чем мы живем и что нас волнует и за что мы ратуем. Я прошу прощения за то, что я немножко опоздала, я не знаю, в каком ракурсе у вас пошел разговор. Ну, это жизнь, все бывает, да. Да. Значит, по вопросу о законе, который был принят. Естественно, какая-то стрессовая ситуация вначале, она проявилась, но вот потому я скажу, что так как я его испытываю, это, и так как я работаю в этой сфере, и так как знаю, какова ситуация в болгарской общине, в местах компактного проживания болгар, так как мы знаем, что только в Одесской области 150 тысяч официально проживающих компактно населенных мест болгар, по Украине тоже есть места с компактным населением. То есть из этой точки зрения, как этот закон просматривается или как он видится. Естественно, вначале была шоковая ситуация, вот, ой, дискриминация, ой, что ж теперь будет. Разобравшись в законе и прочитав его досконально, да, можно сказать, что дискриминационные шаги есть, потому что идет как бы сужение прав тех, которые ранее были прописаны. О том, что национальные меньшинства имеют право обучаться на родном языке, получать образование в средних специализированных учебных заведениях, то есть в школах, на национальном языке. В каких-то регионах это право было востребовано, и не только востребовано, оно стало исторически продолжением того, что сколько существует тот или другой этнос на тех территориях, и образование шло на родном языке, начиная с 1 по 11 класс. У болгар такого не было. У болгар в Одесской области и в местах, например, в Запорожской области родной язык обучается во всех школах почти, но это во многих случаях это в тех школах не изучается, где сам директор это не считает целесообразным или не имеет педагогов, или сам у него видения такие, которые не за то, чтобы вопросы национальных меньшинств развивались в достаточной мере в согласии с законами. И национальный язык обучался предметом. Болгарский язык, литература, история болгарского народа и этнокультурные какие-то моменты, песни, танцы. Все это хорошо и прекрасно. Мы считали, что это большое достижение. И когда заговорили о том, что вот о новом законе, фактически, да, он, если говорить о ущемлении прав или сужении прав, то касается тех мест, где обучение шло на родном языке. У нас у болгар никогда не было. И это, конечно, мы очень даже переживали и упрекали друг друга, и воспитывали педагогов, и воспитывали директоров, почему вот есть закон, а мы его не реализуем. И потом подытожили, что невостребованное право, оно не есть нарушенное право. То есть фактически этот закон, он и не получил реализацию в местах компактного проживания болгар. То есть на родном языке перейти обучение. Вот тот блок предметов, который это сохраняет его, ну, у этого молодого поколения интерес к родному языку, истории, а это та база, которая развивается человек как представитель того или другого этноса. Вот при этом вы не пользовались возможностями, да? Не пользовались болгарами. Нет, не смогли воспользоваться, это, наверное, правильно, я не знаю. Нет, не воспользовались. Что значит не смогли? Никто не противоречил, никто не сказал «не надо». Никто не говорил, не смейте, это я человек, который говорю вполне официально, потому что я 24 года главный редактор газеты государственной, которую кабинет министров и Одесский облсовет финансирует, абсолютно, как говорится, отвечаю за свои слова. Но если говорить о новом законе, то вот... Новый закон что? Значит, новый закон, когда я его прочитала, то я даже думаю, боже мой, если он реализуется, этот новый закон, так это будет как раз та норма, о которой мы 15 лет назад на межнациональных конференциях, и Петр Георгиевич наверняка вспомнит, ратовали о том, что есть ословские, гагские рекомендации по национальным меньшинствам, как считается, что это один из самых прогрессивных опытов Европы, где считают сохранить национальное меньшинство, это есть обязанность того или другого государства. И вот эти Ословские и Гагские конференции, как раз они, вот я читаю, они как раз и перенесены наконец-то. А мы об этом очень много говорили, чтобы начальная школа начиналась на родном языке. Когда ребенок идет не просто
что он будет говорить на родном. У него нет этой психологической ломки, что он пошел в школу. Для него ребенок пошел в школу, уже есть психологическая ломка. Уже стресс, конечно. Уже стресс. А тут еще говорит на языке, который, ну, он слышал, что есть такой язык. А вот как? Ну вот, извините, даже в туалет хочется, а он не сможет даже перевести это правильно на языке, и он даже не попросится. Потому что это есть реалии, это я абсолютно говорю. У нас среди болгар, когда мы начали говорить об этих Ословских и Гаагских конференциях лет 15 назад, переняли этот опыт, вернее, пионерами стали в реализации этого опыта только две школы Одесской области, и то только по одной параллели, то есть по одному классу. Это в Болградском районе Огородная. Взяли один класс как экспериментальный, и Каменская школа Измаильского района. И потом, естественно, шли наблюдения, как и что. Действительно, до четвертого класса дети обучаются на родном языке, постепенно вводятся государственные, и дальше уже пошли на государственном языке, и блок предметов еще обучается на родном языке. То есть важно, что есть вот переходный период. Это просто идеально. Если эта норма будет реализована, и национальные меньшинства, по крайней мере болгары, я не говорю о Западной Украине, которая традиционно обучается с первого, у них наверняка есть обида, что у них это забирают, но есть и другое, что действительно государственный язык должен быть государственным языком. Говорим на русском, все мы знаем. Но вот нонсенс, который... Вот национальное меньшинство болгар, Одесская область. Школа, и по сегодняшний день редкая школа, которая язык обучения украинский, язык обучения русский. Если посмотреть с юридической нормы, национальное меньшинство болгары обучается на национальном меньшинстве другого этноса. То есть не на государственном, а на национальном меньшинстве русском. И при этом все прекрасно понимают друг друга. Все прекрасно понимают. Никто, вот, ну, пока кому не нужно, конечно, не разожгет это. Но на русском языке я обучалась, и русский язык очень приемлем и приятен, и широта его. И от этого я не думаю, что вы стали меньшим патриотом своего государства, чем кто-либо другой, правильно? Я тоже так думаю. Поэтому... Я тоже так думаю, но наверное, для того, чтобы формирование государственности, наверное, где-то это правильно. Необходимо, только, конечно, очень обидно, между прочим, очень обидно, что, ну, очень обидно, что Советский Союз распался, естественно, что все росчерком пера и даже не заметили, никто не возмущался. Почему-то вот это очень обидно. И, наверное, когда вот незалежность получила та Украина, она должна была более последовательно и более... Шаг за шагом. Я не слышала, Поступательно. Поступательно. Конечно, то есть мы сегодня не создали ничего, ломаем. За эти 26 лет, естественно, уже бы даже вопрос этот не стоял. Конечно. Не стоял. Ну, может быть, когда-то надо начинать, но естественно, что надо как-то постепенно. То есть очень важно, что есть, вот еще раз подчеркну, переходный период. Вы согласны, Валентин, с этим? Во-первых, переходный период. Во-вторых, мне кажется, что вот эта норма, которую мы сегодня обсуждаем, мы почему-то зациклились очень узко на этом именно вопросе. Но это может быть, и знаете, как отвлекающая бомба, которая отвлекает от тех других, ну, скажем так, реалий, которые заложены в этот закон. Ну, абсолютно несовершенные. Вот, например, слава богу, некоторые поправки прошли. Да, Сергей Васильевич, например, питание в детских школах. Это было, и вы об этом просто забыли. Потом унификация школ, да, то есть там, ну, в некоторых селах вообще школы будут закрыты. Это еще уменьшает количество педагогов. Я уже не говорю о тех предметах, которые сокращают. Да, и так ряд других вопросов. 12-летнее образование, хорошо. То есть получается, что когда наши дети придут в 12 класс, то есть мы потеряем целый год для поступления в университет, то есть в университеты в этот год вообще поступать не будут. А куда же они пойдут? А система ЗНО, простите, ну ВНО, да, скажем так, в 4 классе, хорошо, ребенок не сдаст это ВНО, во-первых, это стресс для ребенка, как вот коллега говорила, да, то есть он идет в школу, 4 класс, он всего лишь 4 года учит, он сдает какие-то экзамены, опять для него какой-то определенный стресс. Хорошо, не сдал он этот экзамен, что дальше? Он остается на 2 год? Представляете, что это ломка человека. Потом в 9 классе он опять, если не сдает, вдруг, не дай бог. А сегодня, извините, такие вопросы ставятся. Мне кажется, что не все в министерстве сдадут эти экзамены, ну, судя по тому количеству вопросов. Потом, наши дети, которые сегодня, вот мы прошли, слава богу, вступительную кампанию. Слава богу, мы ее прошли успешно. И Международный гуманитарный университет, и Юр-Академия, да, мы сделали лучший набор в Украине. Но
Есть университеты, которые вообще понабрали по 90 человек, а некоторые по 15 человек. А почему? Я вам объясняю. Потому что сегодняшняя наша молодежь выезжает за границу. Потому что там не созданы такие, ну, ограничительные барьеры, вы понимаете, которые созданы здесь. Вот как тоже на отчете на своем Сергей Васильевич Кивалов сказал, что, вы понимаете, сегодня иностранные студенты поставлены в лучшее положение, чем наши украинские студенты, наши граждане. Они не сдают никаких ЗНО. Они приехали, поступили, учатся. А наш студент, получается, должен его сдавать. Хорошо, если он поступает на бюджет, пускай он сдает, да, какую-то систему, ну, проходит какой-то отбор. Но если он поступает на контракт, он готов платить деньги за услугу. Почему он должен становиться в это дискриминационное положение? И таких бомб заложено в этом законе масса. А такое ощущение, что каждый шаг нас направлен на то, чтобы наши студенты уезжали за границу. Чтобы наш интеллектуальный потенциал сегодня, он был просто сведен к нулю. А какое тогда будущее у нашего государства будет? И тут вопрос даже не в языке, на котором будет студент или там ученик получать образование. Вопрос в качестве этого образования. Если мне государство гарантирует, что мой ребенок на украинском языке получит 100% гарантию, что он классное образование получит, дальше поступит в университет, да ради бога, мне по большому счету, ну, не имеет такого принципиального значения. Но если мы все сводим, ну, все в худшее положение, ну извините, тут даже не о языке надо говорить, тут в целом о комплексной этой реформе надо говорить. Вот, да, очень важный момент вы подняли по поводу абитуриентов, что с одной стороны, говоря о том, что мы защищаем украинскую культуру, украинских студентов ставят неравное положение с иностранцами при поступлении. Это действительно заложена такая бомба в этот закон, и хотелось бы увидеть поправки к этому закону. Это не единственный момент, я думаю, что поправок будет еще к нему много. Давайте подводить итоги нашего интерактива. Я попрошу режиссера студии сообщить мне результаты. Напомню, мы спрашивали, ущемляет ли закон права национальных меньшинств. 77% считают, что ущемляет. 23% считают, что не ущемляет. Все-таки большинство считает, что ущемляет, наших телезрителей я подчеркну. Вот. Но, наверное, была вот просто сопровождался этот закон такой информационной кампанией, действительно, и вот где-то под влиянием вот этой информационной кампании наши телезрители также формировали свое мнение. Но это мое субъективное, скажем так. Давайте вот подведем итоги с вашей точки зрения. Дора, давайте с вас начнем. Я считаю, что не сужают права и не дискриминируют законы. Не дискриминируют интересы, образовательные интересы национальных меньшинств. Mm-hmm. Петр? Мне кажется, что я вхожу в эти 24-23%, потому что то, что я говорил в начале, говорит о следующем, что если бы мы вели достойно, на хорошем уровне политику языковую в Украине, сегодня большинство из нас знали бы язык на том уровне. И я перехожу иногда на украинский, когда, ну, как бы требует ситуация. Но это суржик, это не тот язык, на котором бы я хотел говорить и чувствовал бы себя великолепно. Поэтому, может, нашим детям повезло больше, что они будут с первых дней учить. Но я надеюсь, что это будут именно два языка для моего народа, два языка для вашего. И я очень бы хотел, чтобы именно так и случилось, что гагауз сможет свободно изучать свой язык, обычаи, обряды. Я вначале говорил, что вроде бы мы изначально так поставили в лучшие условия, но я бы не хотел ни для какого народа лучших условий, они должны быть одинаковы для всех. Валентин? Я за диалог культур в рамках большого украинского государства. Если наконец-то, да, власть имущие к этому придут, я думаю, что мы будем, ну, говорить даже не о проблемах, а наоборот о дальнейшем развитии нашего государства. К сожалению, та реформа в том виде, в котором она представлена, она сырая и неподготовлена. И дай бог, чтобы те поправки, которые будут еще вноситься, они действительно эту реформу откорректировали. Ну и этот эксперимент, который над нашими детьми ставится, дай бог, чтобы, знаете, чтобы он как-то выровнялся, и все-таки это действительно была реформа, а не эксперимент. Вот так вот. Я вас благодарю за интересную беседу. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Я напомню, мы сегодня говорили о законе, который фактически не дал старта, уже запустил полным ходом реформу образования. У нас в студии были Петр Волков, председатель правления Гагаузского национально-культурного общества «Берлик», Дора Костова, президент Всеукраинской ассамблеи «Болгар Украины», и Валентин Федоров, политический помощник и консультант народного депутата Украины Сергея Кивалова. Мы работали в прямом эфире, студию провел Константин Гречаный. Оставайтесь на репортере.